Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня приготовим с вами очень вкусный, такой согревающий, уютный пирог с грушами и творогом. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Сначала я подготовлю тесто, и для него мне понадобится 250 грамм пшеничной муки высшего сорта, одно яйцо, 125 грамм очень холодного сливочного масла, 3 столовые ложки сахарного песка, пакетик 10 грамм разрыхлителя и щепотка соли. В миску высыпаю всю муку, добавляю разрыхлитель, щепотку соли и сахарный песок. Все вместе перемешиваю венчиком. Сливочное масло обмакиваю в муке и натираю на терке. Теперь перемешиваю руками. Получается вот такая вот масляно-мучная крошка. Добавляю яйцо и быстро замешиваю тесто. Если вам покажется, что недостаточно жидкости, то добавьте немножечко, буквально 1-2 столовые ложку ледяной воды. Тесто должно собраться в единую массу. Вот так. И все тесто руками распределяю по форме. Моя форма диаметром 24 сантиметра. Стараюсь сделать еще небольшой бортик. А чтобы пирог легче вынимался из формы уже в готовом виде, дно формы я застелила крест-накрест пергаментом. Так. Вот что в итоге у меня получилось. Все очень просто, быстро и легко. Форму с тестом пока убираю в холодильник. Далее я подготовлю уже слой из груш. Здесь у меня 4 груши, 50 грамм сливочного масла, 50 грамм сахарного песка и немножко корицы. Корицу добавляйте по желанию. Груши очищаю, нарезаю вдоль и убираю сердцевину. На разогретую сковороду выкладываю сливочное масло. Его необходимо растопить. Сюда же добавляю сахарный песок. Все вместе перемешиваю. Теперь выкладываю сюда груши. И периодически я буду переворачивать груши и тушу в таком виде буквально 7-10 минут. И в готовые груши я в конце добавляю немножко корицы. Все, отставляю в сторону, пусть пока остаются в таком виде. Мне осталось подготовить творожную часть начинки. Здесь у меня 400 грамм творога, одно яйцо, пакетик 10 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахарного песка и столовая ложка кукурузного крахмала. В творог добавляю яйцо, сахарный песок, ванильный сахар и крахмал. Творог выбирайте пастообразный, нежный, чтобы он был без крупинок. И все вместе объединяю блендером. Начинка у меня вся готова. Достала тесто из холодильника. Дно теста накалываю вилкой. Выкладываю творог. Равномерно распределяю. Сверху выкладываю груши. Стараюсь их немножко притопить. И сверху все поливаю карамелью, которая осталась от груш. Все, ставлю пирог выпекаться в заранее разогретую духовку. Выпекаю при температуре 180 градусов примерно 30-40 минут. Смотрите на особенности своей духовки.
конце пирог можно посыпать еще молотыми орехами, грецкими или миндальными лепестками. Будет очень вкусно, красиво и эффектно. Готовому пирогу дам полностью хорошенько остыть. И только потом можно будет его нарезать и попробовать. И вот такой потрясающий, очень вкусный, уютный и согревающий пирог получается по этому рецепту. У него нежная песочная основа, легкий творожный слой, и все это дополняется карамелизованными грушами. Это очень-очень вкусно и готовится очень легко и просто. И такой великолепный пирог дополнит ваше чаепитие, порадует вас и ваших близких. Потрясающее сочетание вкусов, которое никого не оставит равнодушным. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Самое главное, готовьте с любовью и в удовольствие. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы каждый найдете на Дзен, ссылочку я оставлю в описании под видео. Также оставлю информацию о своей первой кулинарной книге «Татарская кухня». Все о ней вы сможете узнать также в описании. Я всех от души благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения, крепкого-крепкого здоровья, до скорых встреч и пока-пока!